Наверное, уже половина одиннадцатого. Через полтора часа обед. Середина рабочего дня, блядь. Не смотри на часы. Не сейчас. Перестань. Потерпи. Без 10-11. А может и без 5. Не смотри. Думай о сэндвичах, которые приготовил Джим. Когда съешь последний кусок, считай, полдня, блядь, прошло. Наверное, 11:30. Вон уже солнце под каким углом. Может, даже без 11:15. Окей. Смотри. Пора. Без 5:10. Да, блядь!